В конце ноября православный мир начинает готовиться к Рождеству Христову. Перед праздником верующие постятся в течение 40 дней. Рождественский пост – один из самых длинных в году. Начинается он 28 ноября и заканчивается в канун Рождества – 6 января. Для постящихся это время молитвы и воздержания. Когда мы соблюдаем пост, мы прежде всего обращаем внимание мы обращаем внимание не только на предписание воздержания в пище, но в посту мы обращаем внимание прежде всего на наше поведение, чтобы наши дела, наши поступки соответствовали тем заповедям, которые нам даны в Евангелии. Рождественский пост считают не таким строгим, как Успенский или Великий, так как в некоторые дни разрешают есть рыбу и морепродукты. В этот период из своего рациона убирают мясо, яйца, молочные продукты и сливочное масло. Согласно уставу, посты бывают действительно разной степени воздержания. Даже вот в рождественском посту есть определенные дни, когда мы вкушаем только пищу с растительным маслом. Есть дни, когда нам разрешается вкушать рыбу. Вот. Есть день, вот сочельник, когда мы не вкушаем ничего. Не все постящиеся могут ограничить свой рацион без вреда для здоровья. Священнослужители относятся к этому с пониманием. Самое важное воздержание во время поста – духовное, напоминает протоиерей Александр. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24.